мадам президент. Теперь мы знаем, как Менендес все это провернул. Теперь ясно, что Менендес хотел, чтобы его схватили и доставили на Обаму, где он и нанес удар. Троянский конь. Одиссея. С помощью целлериевого устройства он заразил наши внутренние серверы вирусом, который поразил всю военную спутниковую инфраструктуру. К сожалению, дронами все еще управляет он. Он использует спутники связи по всему миру. Какие у нас варианты? Ну, хорошие новости тоже есть. Мы отследили источник сигналов. Гаити? Аксо уже в воздухе. Приземлимся за 10 минут до времени Че. Как быстро дроны доберутся до остальных городов? При текущей скорости и траектории, примерно за 10 минут до времени Че. О, господи, а как же Китай? Ну, все дипломатические связи разорваны. Но, как видите, Пекин, Шанхай, Гонконг в такой же опасности, как и мы. Вот и все? Неужели конец? Госпожа президент, да поможет нам Бог. Время до цели 60 секунд. Окей, все готово. Карпер, интерфейс работает? Все в порядке. Подтверждаю. Все в порядке, сектор. Будь чист. Внимание, мы получили несколько заданий. Нейтрализовать сигнал, управляющий дронами. Уничтожить или захватить объект Рауля Менендеса. Я за уничтожение. В прошлый раз его уже брали живьем. И что? Время до цели 30 секунд. Черт, еле пронесло. What did you-
срезание прямо по курсу. Изолировать. Понял.
сигнал! Черт! А, консоль сдохла. Что там у тебя? Можешь войти? Вот дерьмо. Рауль Менендес передает вживую через интернет. Он сейчас... Роскошь — это грех. И мы должны расплачиваться за нее. Лос-Анджелес был флагманом их абсурдного материализма. И я его уничтожил. Не пускает. Вскрой систему. Они думали, что я хочу убить президента. Мы в жопе. Госпожа президент, я уже миллион раз мог вас убить. Правда? Я хочу, чтобы вы это видели, знали. Каково это? Дронами управляют не с Гаити. Что? Сэр, мы больше ничего не сегодня можем сделать. Мы не в силах вернуть управление дронами. 2 миллиарда людей живут в абсолютной нищете, страдая. Твою от мать, войн. Он готовится к удару по Нью-Йорку. Надо его остановить! Госпожа президент. Какого хера? Вы лишились он своих военных машин. Он вызвал самоуничтожение дронов. Ваша армия... Зачем? Парализована. Вам нас не остановить. Кардиздей. Восстань, пока они еще не поднялись с колен. Ударь! Ударь! Изо всех сил! Так, выходим. Сектор, мы обнаружили труп. Один из наших. У него стойте, забрали форму и оружие. Не трогайте его. Сектор, говорит группа 2. По всему комплексу проходит серия взрывов. Это не Нендес. Он пытается уйти, отвлечь от себя внимание. Всем в чистоте, всем контрольным пунктам задерживать каждого, кто пытается покинуть квадрат. Даже те, кто в форме.
стану мучеником за Кордис Ди. Если бы решал я, ты сейчас был бы с сестрой. Эй! Никто мне не подмогнет! До встречи, Сектор. Увидимся с тобой через год. Перечитывай Улисса и готовься. Нет. Он всего лишь грустный старик, который говорит сам с собой. Пусть болтает. Это целлериевый червь, друг. Та же тварь, что захватила дронов. Он вырубил электростанции по всему восточному побережью. Когда ты его остановишь? Да у меня целый год ушел на попытки его хакнуть. Лучшее, что я могу сейчас сделать, это свалить обратно в Англию. Знаете, мы пригласили сегодня на шоу Рауля Менендеса, но у него были другие планы. Какая-то там годовщина. Взять его! Какого хера? Почему свет отрубился? Охрана, пора вставать, Вудс. Эффектное появление. Долго добирался. Mi hermana Josefina. Да, я давно этого ждал. Она выжила в огне. Ради меня. Я ее не бросил. Вы забрали ее у меня. И чему это тебя научило? Чему научила? Кордис Ди.